Hello, мои френды, Папа Чиз на связи. Я хотел вам сообщить, что нас уже 200к. Я на самом деле до сих пор в это не верю. Спасибо вам огромное. В честь этого держите самый мощнейший ролик на час с плюсом. Я очень долго его монтировал и не отказался бы от вашей поддержки. 25к чизеров. Я думаю, столько заслуживает этот видосик. И да, если хотите попасть в тренд, оставляйте комментарии. Я их читаю абсолютно все. И в ВК я добавляю всех. А еще там розыгрыши проходят. Я, конечно, не намекаю, но ссылка в описании. Все, всем приятного просмотра. Все время я играл на Yahoo серверах. И тут я решил первый раз в жизни зайти на сервер US, то есть американский. Hello. Hello, are you from America? American boy. Stay American boy. I'm not American, bitch. Where are you from? Swedish. Swedish. Sweden. Swedish, bitch! I love Sweden guy. No. Why you bully me? I'm fucking friendly, man. Иногда, заходя на сервер, он сразу же намекает, что здесь будет контент. И эта территория являлась моим намеком. Why are you so toxic? Shut your fucking mouth. Why are you so toxic, man? Shut your fucking mouth. You heard me. You wanna fight with me, fucking noob? Слушайте, американский сервер мне уже нравится. Тут весело. Я переработал все свои компоненты, скрафтил чирки и отправился на охоту. Где ты валяешься? О, вау. Я победил в этой дуэли. Thank you, dude. No way, dude! Бу! Бегая и исследуя территорию на этом острове, я увидел, как приплывает большая лодка. И я решил посмотреть, кто там обитает. Там третий. Там четвертый. Их там много. Начало у меня было таким. Я много убивал и... Ну да, тоже откисал. Что? И снова я откис. Да, начало было тяжелым. Но чем тяжелее был для меня старт, тем интереснее мне было играть. По-моему, у него нет шкафа. Есть. Увидев, что у него неправильно повернут деревянный проем, я решил его выдолбить. Я про проем, если что. Для этого я подфармил немного деревца, скрафтил копья и начал делать контент. Блин, я тебя захуяю. Рейд прибыл. О, 4 сачели! Что? Строить домик мне не пришлось, благодаря моей админской двушке. Но подфермить дерево мне нужно было. Я поставил спальник и пошел рубить деревце, которое стояло возле дома. Но я не рассчитывал, что под хатой у меня будет сидеть мыша. Я заспавнился неподалеку и увидел очень интересный домик, который, по всей видимости, пытались рейдить. Я увидел, что этот домик не дорейдили, и это мог сделать я. У меня появился план. Я взял с собой сачельки и отправился рейдить. Тут ящики. О-о-о. Hello. Hello. Come out the base and see. Ой. Теперь остается загадкой, как мне отсюда свалить. Я буду ждать рассвета по-любому. Лови.
А теперь мы быстренько отсюда убегаем. Фух, ну, 4 сачели себя окупили, да? Угу. Вот мне бы сейчас что-то такое. Пайп, двушка, что-нибудь. Это было жестко. Да? Тебе тоже понравилось? Ты куда попался? Домой? Нифига себе ты выдаешь. Это ты мне пока что ли пожелал, братик? Он думает, что я его не вижу. Пускай дальше так думает. По таймингу. Самоликвидировался чисто. О, это хороший парень. Может, он сюда пойдет? Они, походу, пошли на переработку, да? Да. А я, пожалуй, отсюда пошел. Изи просто, композитный лук. И дальше мой геймплей превратился в назойливого бомжару, который любит доставать соседей. Что он там пытается сделать? Куда он запрыгнуть хочет, я не понимаю. Лежать. Бич. А что у тебя было, мой сладкий? Опять такой дом, который я не смогу расширить, да? Вау. Что это такое? Что я строю? Мне тут жить придется. Сосед услышал, как я обустраиваю мой домик, и решил сесть ко мне под хату. What do you need, meine Freunde? Why you camp me? Suck, bitch. Go test my dick, bitch. I can't understand your English. Oh! Для тех, кто не понял, его убила конюшня. Я взял с собой 5 листовых металла, чтобы их переработать и поставить железные дверки. Ой, уже не фермит.
сочный персик оказался. И чтоб вы понимали, бомжара, которая за мной бегала, оказалась хозяином этого дома. Я подумал то, что я смогу его обмануть, дождаться, пока он откроет дверь к шкафу и убить его. И поэтому спрятался у него на крыше. Sup, retard? What are you gonna do in there? Now you're stuck. Toasty! Yo, retard, you're getting raided. I know where you live. We're gonna 14 capture you, retard. Oh yes, touch my. Do something, retard. Shut up, shut up. You can't even speak. Будешь веслом теперь фармить. Я разбил у него все ящики, все, что у него можно было разбить, и ушел с этого домика. Это лучший дом, который я когда-либо строил. Ну да. О, вообще огонь. Сюда не пролезть. Сюда не пролезть. Что там за дом дырявый? Да нормальный дом, что ты начинаешь как бы? Фух, пока достраивал этот дом, уже вспотеть успел. Ну да, подумаешь, у меня дырявый дом. Ну и что? Зато он такой один на этом сервере. Да, такого шедевра еще мир не видывал, конечно. Почему возле моего дома постоянно кто-то что-то фармит? Про китайскую территорию я тоже не забывал. Взял наконец-то с собой пушечку и пошел наведаться к ним в гости. Ой, неплохо. Ой, хорошо. Чё? Spaceman noob. Yes, roof camper noob. Drive me. Give you kiss. Плюс еще одна МПшка. Неплохо. Потихоньку я забивал пушки ящиками и возвращался к китайцам снова. Ой, ой. Он же пойдет за мной. И так как пинг был большой, иногда происходили вот такие ситуации. Типичный раст. Что я только что сейчас увидел? Я хотел поизучать самое ценное, и поэтому поставил первый верстак, скрафтил стол для исследований и начал этот процесс. Процесс изучений. Моего соседа кто-то прессует. Кто-то? Но не я. Ай.
Я знаю, где вы сидите, поэтому... Сейчас я к вам приду, подождите немного. О, калашисты идут. Они его рейдить собираются? Сервер на этом моменте полностью замер, и я решил разведать обстановку в доме. Пойду посмотрю, как там у них дела. Томпсон смог угнать неплохо. Что тут происходит? Right here. Да вы задолбали уже рейдить, алло! Вы задолбали его рейдить. Соседа моего отдефать я не смог, его все-таки зарейдили с четвертой попытки. Я им неплохо так мешал это сделать, и они увидели, где я живу. И я понимал, что меня скоро зарейдят. Поэтому тратил скраб налево и направо. Много они, наверное, ресурсов у него забрали, при том, что все ящики у него я залутал. О! О! Не может такого быть. Это мне надо, спасибо. Это мне очень надо. Все. Мне как раз... Лестниц не хватало, спасибо, пацаны. Наконец-то я изучил лестницы и смог залезть на крышу китаёзом. О. Я его ждал, ждал и снова ждал, но на крышу выходить он не собирался. И вышел снизу. И пока я продумывал план по захвату китайской территории, я услышал это. Очевидно, больше у меня дома нет. Только что был бум. И как я понимаю, это был бум моего дома. И дверь не закрылась. Вы понимаете, насколько сильно я достал типов? Что они решили меня зарейдить? Сишками! Мой домик 2 на 1! Но покидать сервер я так просто не собирался. Какие-то прошаренные ребята с прожекторами, однако. Все, я буду тут стоять и ждать рассвета. Пора фармить бочки. У меня есть план по захвату китайской базы. Если у этих ребят есть турели, я могу их разбить. А турели я не вижу. I gonna take my horse, na-na-na-na-na. We gonna... I will not care no more. Компоненты, которые я у него украл, я сразу же решил переработать. И на этом гастейшене началась лютая дичь.
Ха! 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 How are you, moron? You're gonna fucking die right now. Лежать? О, так я тебя знаю. Это ж мой сосед, которого рейдили. Фух, я выжил. Это хорошо. Только что у этого бан... О, забрав все ресурсики, я вернулся на этот же остров, где меня зарейдили, и отстроил новый домик. И практически сразу же я познакомился с моим соседом. Пумпкинмен! Ам-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Сейчас мы, Канидол, с тобой хотя бы на одну печку наколотим топки. И пару труп выбьем, будет огонь. По-моему, он с какой-то пушкой бежит на меня. И где твой револьвер мне теперь искать? Такими темпами я скоро себе второй верстак намучу. Так, у меня есть 360 скрапа, еще 140, и в принципе, я смогу замутить уже второй верстак. А второй верстак мне очень нужен. Hello, no, don't worry, bro. Yeah, don't worry. No, I don't want to kill you, just trust me. Where are you from, my friend? Finland, Italy. Venezuela. One Chinese attacked me after you attacked me. No, I don't want to kill you. If you want, I can give you invite to the group. С этим итальянским соседом я решил подружиться. Он не любил китайцев на этом острове, я не любил. И это была хорошая сделка. Хоу, найс. Офигеть, 5000 камня за второй верстак. Это просто, это лучшее, что может быть. Это реально пушка. Итальянскому другу нужен был камень, и поэтому он согласился мне продать второй верстак за 5000 камня. И поверьте, это была очень выгодная сделка. Thank you so much, really. Ну вот как-то вот так мы его сделаем. Скрафтив свою первую берданочку, я побежал на большой карьер. Его зачищали какие-то калашисты, и мне стало интересно туда заглянуть. Минус 2. Четыреста МВК? Чего? Мало того, что я его убил, так этого чувака еще и забанило. Лох — это судьба. Да, вы все правильно поняли. Двое были читаков, и одного из них забанили со всеми ресурсами на карьере. И я решил пойти поискать его тело. Так, мне осталось найти китайского хакера. Только где он может тут валяться? Нашел. Я нашел труп какого-то берданщика, но калашиста в топ-сете найти я не смог. Зато я спер еще 200 МБК.
Не, ну красиво, сколько у меня МВК дома. Найс. И в стороне китайцев я услышал взрывы, куда я сразу же и отправился. Но если там рейдер что-то большое, то это очень грустно. Очевидно, рейдят китайозы. Потому что на этом острове есть только один клан на воде здесь и один здесь. И тут вопрос. Кто из них рейдит? Их оказалось немножечко больше, чем я рассчитывал. Ладно, калаш я пока терять не хочу, у меня есть другой план. Chinese low skill dog shit, suck my cock. Chinese dog. Я взял с собой двушечку и во тьме ночной решил подкрасться к их вышке. Ха-ха-ха. Сак пинес, чинайс хакер. Почему он был не с калашом, ё-моё. Плохая идея туда идти. Сейчас главное не дышать, их очень много под моим домом, и они ищут, где я живу. Они вроде как свалили с моего дома, окей. Я чувствовал, что приближается рейд моего дома, и мне нужно было знатно подфармить, чтобы обустроить и добавить хотя бы одну буферку. Пять из пяти. Неплохо. Два из двух. Тоже неплохо. Пустите меня на сервак. Пьяным подвигаться. Зайдя на сервер, я сразу же начал обустраивать мой домик. Ведь меня искали самураи китайские. Because your friend tried to kill me, I can pick you up. Hello, man.
Hello. I'm friendly. I have my pickaxe, bro. 150 скрапа мне надо. О май гад, мэн! Кажется, я знаю, кого рейдят. I think I know where raid. Окей, ничего страшного. Мы решили с итальянцем снова сбегать на этот антирейд, но как вдруг под хатой у меня начался лютый файт. Cool. Go, 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 go. Open, open, open. I killed all my friends. Over the door, over the door, over the door, over the door. Why not? Why not? Why not? Why not? I don't even mind. Fuck. I think Chinese guys get raided my base tonight. No bro, leave, leave, leave. Guys. Are you alive? I'll work for you guys. Pick me up, please. I killed two, one more, one more. Yep. Headshot, headshot. Hey, Mokush, is that you? Mokush, is that you? Dead. One dead, one dead. All dead, all dead, I think all dead. Ой, долго черный экран, да? Но нет, это еще не конец видео. Но мне просто эта музыка нравится, а сюда впихивать я больше ничего не хотел. Ну все, все, подожди еще немножко, и она скоро закончится. Вот прям сейчас. Все, закончилось. Bro, push him, push him! One, one, one! One alive, one alive! Pick up, pick up!
Базу они полностью зарейдили, все основные ресурсы забрали и отнесли, но я знал, где они живут. Надежду забрать у них калашики я не терял, и поэтому вернулся туда снова. Один минус, походу, калашист. I killed them all, bro! I killed them all! Стоп. А давайте-ка я вернусь и объясню вам свои действия. Пошагово. Первое. Я услышал шаги. И услышал, что они разделились. Одни пошли слева и другие справа. Я понимал, что если я даже не запушу, я все равно умру. Поэтому решил идти в бой. Как вы могли заметить, убив первого, я не стал лутать, убегать. Я начал принимать тех, кто на меня выбегает. Я знал, что их четверо, и слышал, откуда он идет. Поэтому хилиться я не стал и решил дожимать. Ну вот, все как бы просто, все зависит от вашей игры и тактики, понимаете? А вообще, играйте в шахматы. Шахматы — это топ, оно развивает тактическое мышление. One from behind, I killed him. Что? What the fuck, bro? What? Так, он говорил мне такой пароль. Это и все, что у него из оружия есть? Серьезно? Я решил немножечко укрепить защиту. И поэтому поставил много гаражек. А еще я решил сделать небольшой подарок итальянцу. И поскладывал ему топовых пушек. Итальянский сосед разрешил мне взять три сишки, чтобы я мог пробахать одну вышку китайскую. И я этим и занялся. Не знаю, хорошая эта идея или плохая, но... Мы попробуем. О! Ну, я знаю, где они живут и куда они пойдут, поэтому ничего страшного.
Get him! Get the bad. Why you do that? И, в общем-то, в этом моменте я увидел его ник. Того, кто меня антирейдил. И, как оказалось, я знал, где он живет. Suck dick, bitch. What the fuck? It wasn't even us, bro! Wow! You're a fucking cheating cunt, bro! Cheating fucking cunt! I believe I can fly! I believe I can judge the sky! Oh my god, man! God damn! Oh, nice! Bro, why do you gotta be an asshole, bro? Why the fuck do you have to be an asshole? Bro, really? Goodbye base, goodbye base, goodbye base. Easy base, easy loot. Easy loot. Thank you so much. Намечается контент. О, так тут дерева достаточно, чтоб я отсюда выдолбился. Oh shit, man, here we go again. You're a cheater, bro. It's so funny, like you're laughing, but you're cheating, bro. If you love me, why you leave me? Bro, save you... my body, bro, save my body. Bro, thank you for stuff, brother. You killed me, and you not have a base, okay. Man. Okay. I will offline you, bro. I will offline you anyway, bro. Don't worry. Swear, bro. Okay, okay. Go farm for me, my friend. Alright, bro. You don't believe me. Open the door then. Я забрал все самое ценное, это серая, взрывка какая-то, скраб, и отнес это домой. You took my AK, where my AK? Bro, you want the AK? Come down here to the shop front. Come to the shop front, I don't want your AK. What? You fucking seriously? I don't like AK. I don't know how to use it. Don't raid me, please. Don't raid me, please. I don't no have problem. Much. Whoa, no just problem. Stop killing me. I give you AK too, man. I don't need it. I don't know how to use it. I will just die with it. No. Save AK, maybe for research. Don't worry. Так вот, забирать все ресурсы из этого дома я не стал. И домик я отдал прежнему владельцу. Он сильно расстроился, а мне, в принципе, он был не нужен. Я хочу сбить вертолет, с него могут сишки и ракеты выпасть. А они мне еще пригодятся, по-любому. Его сбили.
И он упал на их территорию, да? Пожалуйста, только не внутрь территории. Пожалуйста, я прошу тебя, вертолет. This guy is cheating, guys. It's cheating. Да что это такое залетает, я не понимаю. Спасибо. Спасибо, просто огромное спасибо. Я услышал, что на китайской территории есть коптер. Сбегал туда посмотреть, пока сервер завис, я узнал, сколько их находится и где именно. И в этот момент я понял, что скоро я к ним еще вернусь. Знаете, у меня появился офигенный план. План по захвату китайцев. И сейчас я буду его реализовывать. У меня есть 8 сачелей, которые я могу потратить с умом. Вы можете меня спросить, зачем я рейжу свой потолок? Да потому что я пытаюсь забайтить китайцев. Hey bro, I try bait Chinese hackers. Wait. What? Oh, you don't like them? You fighting them, you said? This is my base, yes, it's just bait. Huh? What's your plan? We can roam, you know? И тут я познакомился с еще одним дружелюбным итальянцем. И мы пошли напрягать китайцев вместе. Kill them. You can loot this guy. Take it, MP5. Oh no! 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 Oh yes! I told you! What the fuck, bro? Have fun. This guy dead. Only have 15 bullets. Yeah, yeah. I killed him. Watch out, watch out. Killed more, killed more. Killed Tower him. Dead. One more dead. У них настолько сильно горело, что они по моей деревянной вышке стреляли с ракет боевых. I killed them more, brother. Come on. Right side. I killed him. One more dead. Он еще жив, мне нужно туда идти срочно. Ничего страшного, я потерял топ-сет, они потеряли 5 ракет, поэтому все нормально. I have 2 C4. We can raid fucking tower. Oh, really? Oh.
Well, I need the gun. Can we go back to base? Shit. I get the AK set and then we go raid. GG, good fight. Holy crap, you got a good AK spray, bro. Oh no, I died from bolt, oh my god. Nice, 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 a cave horse. Please, no, 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 no. I'm run. Yeah, run. Go! Run, my child. Beg me, okay, beg me. Китайские руфкемперы со своих вышек не спускались. И поэтому я решил взять две сишки и навести суматохи. О, щит. Акю бэке. Help me! China small PP. Are you alive? Come in, bro, come in. Yes, yes. One more headshot. Fuck you, man. Where are we going? Come out the beach. Goodbye, fucking Chinese. Noob. Okay. What's up, bro?
I took Chinese base. Don't need a lot. Oh my god! Oh my god! So funny. Где-то далеко в пустыне был очень-очень огромный рейд, и мы побежали туда, так как нам нужна была ракетница. MT4-9 dead. Fuck, bro. 3 MT4-9. Run. Headshot. Headshot. We can try. Why not? We can come sneaky. Sneaky playing, you know? I'm blowing a pack of that OG. Don't be acting like you know me. And if you did, that's the old me. Wintertime, rock a cold fleece. Pocket fat, that's obese. Only talking money if it's increased. She give me brain, girl, no teeth. I touch down, bust down. She bust it open for a real day. Stay tommied up, trying to fill it up. Trying to count it up, little figures. Don't be chilling with no lil. And if I do, I'll be very with him. Chase a dream, that's a meal ticket. ISO gang, yeah, they still with. I put it in motion, nigga, I'm steady. Thoughts on my mind, it's weighing heavy. Watch I shine, tell them I'm ready. I'm hitting my stride, let's get to the Fetty. I was just sitting back watching them fold. Racks on me now, yeah, it's looking slow. I hold it down and I got my own. Keeping it grown, we back to the bone. Yeah, flying flashy, ay, ay. We too fancy, ay, ay. Can't walk past me, ay, ay. Right up your alley, wait, wait. I gotta play it safe, safe. Watch me isolate, lay. Watch me isolate, hey. Watch me isolate, whoa. Clear out the room, I'm coming through. They wanna see what I'm about. Yeah, I got skills, do it for the thrill. I'm on a paper route. Extra, extra, read about it. I'm today's trying to tap it. I put commas over bullshit. Yeah, I put that on mamas. They trying to block all my blessings. They thought I lost a stepping. I bet on me and my team. ISO is what I'm repping. Put on for the whole city. Yeah, I got them rocking with me. I bet on me and my team. ISO is what I'm repping. Четыре пулика, пять пуликов. И в этот момент начался лютый хаос. Watch, bro! Watch! Oh my god! Oh my god! No fucking way! Take this shit, fast. Kill the AK, kill the AK. Okay, I'm not dead, I have good luck. One more guy which M2 dead. I killed Baker. They already got off the roof. One more dead. Baker? Yeah. Naked, 260. Three dead. Okay, I got loot. Three dead. Give me M2, I kill them all. Huh. Whee! I'm jaded and degraded. I'm misplaced in every way that you can think of. Downrated. Bro, where are you? I'm dismantling to
Чтоб вы понимали масштабы этой жести, мы воевали сразу с тремя кланами. Одни рейдили, другие дефались, третьи пытались отдефать тех, кто дефались. Их там было человек 30. Fuck you, bitch! We're doing every count. What do you mean? Good. Спустя где-то 2 часа этой перестрелки нас наконец-то смогли запушить и взорвать эту вышку. В итоге я ждал, пока меня зарейдят, очень долго. Но мою базу никто не рейдил, и я решил свой домик отдать итальянцу. Ведь играть на нем мне стало уже очень-очень скучно. Китайцы куда-то пропали, остров я отбил, и делать мне на нем уже было нечего. I don't need the base. I was just playing with you because it was fun. Dude, you're actually... That's insane. Dude, that's so dope. Say hello, Russian subscribers. What? Say more. Hello, Russian. Hello, Russians. Everyone go subscribe. Yes. Russian number one. And killed me. Shoot in my face. No. Why? It doesn't have to be like this. Shoot. No. Ну а если вам понравился ролик, не забывайте ставить лайкос и подписываться на канал, ведь это даже вам сказал итальянец, понимаете? И спасибо вам огромное, нас уже 200 тысяч! И надеюсь, мы скоро порвем YouTube и ворвемся в тренды. Все, спасибо всем за просмотр, всем пока!